В Дагестане продолжается праздник спортивной борьбы. В Каспийске во дворце спорта имени Али Алиева стартовал классический этап единоборства чемпионата Европы. Около 200 атлетов греко-римской борьбы из 32 европейских стран. Схватки пройдут в 10 весовых категориях. Россию представят одни из сильнейших борцов планеты. Настрой, конечно, боевой. Начало соревнований, естественно, предстартовые волнения. Ну, маленький мандраж, это у всех есть. И я думаю, что ребята справятся. Ну, пока начало там хорошее, а дальше там посмотрим, борьба покажет. Роман Власов, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы. Один из первых представит нашу страну в этот день. Выступит он в категории до 77 килограмм. Многие эксперты считают именно его главным претендентом на золотую медаль. В первую половину дня состязания пройдут предварительные схватки, а уже после полуфинала мы обязательно будем наблюдать за всеми поединками. Ну а вы следите за нашими новостями, чтобы быть одним из первых в курсе последних событий чемпионата Европы по спортивной борьбе. Абдурахим Билалов, Дагонай, Саид Кутиев. Время новостей. Каспийск.